Здравствуйте, дорогие друзья. Праздники праздниками, но движение наше по книге Тейлим продолжается. У нас 142-й псалом. Это молитва, с которой Давид обратился к Богу в час испытания. И с тех пор всегда люди повторяют ее, когда молятся о чем-то таком очень важном, об избавлении, о каких-то важных вещах. В этом суть этого псалма, и он очень сильный в этом. Написано, что этот псалом очень помогает тем, кто имеет заболевание, связанное с нижней частью ног или бедра, там вот есть такое люмбарго понимание. Очень помогает при болях в ногах, при воспалительных процессах, для лечения голени. Об этом пишет всегда еще книга Шемушт Йилим, древняя книга об этом писала. Что еще написано? При царот, при бедах, проблемах, для спасения, когда ты чувствуешь, что вода уже подступает, надо читать эту книгу, написано уже в Шемушт Йилим Акадмон. Вообще, для того, чтобы он действовал лучше, нужно читать 3 раза в день. Утром, в обед и перед заходом солнца. 142-й псалом, это в принципе помогает от всяких. Написано, что 142-й псалом очень помогает при любой телесной боли. Если сосредоточенно его читать, то помогает. Ну и последнее написано, что его читать должны те, кто болен и кому тяжело или не может стоять на ногах, не дай бог, тому это очень может помочь. Вот все, что есть по 142-му псалму. Брахава от слахава.